ты без сил, предание свое. Пришла пора соборов кафедральных, голых крестов. Пусть в зеленых небесах тебе открытий меня. Тот случай, когда смотреть своими глазами больно. Горит кафедральный собор Нотр-Дам-де-Пари, колыбели сердца Франции. Еще во времена господства Римской империи на этом месте был построен храм, посвященный Богу Юпитеру. В VI веке крестьяне построили базилику Сан-Этьен, а в 1163 году был заложен первый камень современного собора в романском стиле. Происходило это все во времена короля Франции Людовика VII. Собор строили 200 лет. Даже стихотворение есть. Сам Бог устал за те века, чертеж держать над облаками и терпеливо ждать, пока вручную окрыляют камень. Прошло 856 лет. За период существования собор пережил великие события и потрясения. В 1593 году гугенот Генрих IV принимает здесь католицизм. Во времена Французской революции 1789 года храм был разграблен. Сам Робеспьер объявил его храмом знаний. Император Бонапарт Наполеон и его супруга Жозефина короновались в 1804 году в Нотр-Дам-де-Пари. В 1831 году Виктор Гюго пишет свой знаменитый роман «Горбун собора Нотр-Дам», который спасает собор от сноса, принятого властями города. Жители города собрали деньги, в течение 20 лет церковь реставрировалась. В период реставрации на шпиль собора был установлен символ Франции петух. В его клюв были вложены частицы мощей святой Женевьевы, покровительницы Парижа, и частицы тернового венка Иисуса Христа. Вы увидите, как этот шпиль поглощает языки пламени. Сам венец, который находился в хранилище Нотр-Дам-де-Пари, был спасен. Главная реликвия сейчас находится в Лувре. Во времена Второй мировой войны, во время авиационных бомбардировок, собор практически не пострадал. А сегодня случилось то, что случилось. Президент Франции Макрон сегодня вечером сказал, что мы восстановим Нотр-Дам за 5 лет. А утром следующего дня на счет для добровольного пожертвования поступило уже 590 миллионов евро. Будем ждать, когда Нотр-Дам вновь откроет свои божественные врата. Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, son histoire dans le verre ou dans la
pierre. Pierre après pierre, jour après jour, siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient au genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales. La foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000. Est prévue pour